Меня зовут Кира. Мне 9 лет, и я профессиональный боксер. Stepping into the ring as the future boxing star of Ukraine is 9-year-old Kira. Меня тренирует мой папа, и я тренируюсь по 5 часов в день. Боксерский зал, она зашла чуть больше года, сразу начала показывать высокие результаты. И она показывала то, что, например, за месяц уже только то, что дети не могли показать за год, за 2 тренировок. Я себя считаю лучшим боксером, потому что меня тренирует мой папа, и мне кажется, что я добьюсь успеха. Я провела 8 боев и все выиграла. 5 боев я была с мальчиками и 3 с девочками. Первый бой у меня был с мальчиком. Я тоже много тренировалась и надубасила его. Today Kira faces her 9th challenge. Я готовилась к этому бою уже 3 недели. То, что я выиграю. Ну, наша с папой главная роль – это поддержать, найти правильные слова, чтобы она вышла в ринг, и никаких волнений, чтобы эти все волнения аккумулировались в правильную тактику. Чемпионка Украины 2000 по боксу, 2008 года рождения, Кира Пимпантера Макоголенко. Сегодня она боксирует с участницей синего дворинга Кадинец Владислава, которая на 2 года ее старше. Конечно, как любая мама, я переживаю. Первый ее бой для меня вообще был очень тяжелый в плане эмоциональности, замиранием сердца, с трепетом, с шумом в ушах. Единогласным решением судей победу одержала боксер из красного угла ринга Хакрамаж Кира. Поздравляем! Желаем дальнейших успехов на международной арене. Отлично! Как выберет наш ребенок, какую дальнейшую профессию, что она будет, что выберет. При любых обстоятельствах мы с папой поддержим и сделаем все возможное для того, чтобы она была счастлива. Захочет стать профессионалом, будем поддерживать ее, и даст Бог, у нас все получится. Сначала надо выиграть Олимпиаду, а потом уже переходить в профессионалы. Я хочу не одну Олимпиаду выиграть, а несколько. Я хочу побить рекорд 3 Олимпиады по боксу.